Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на нашей очередной совместной медитации. На сей раз тема создания пар, союзов, семьи. Располагайтесь поудобнее, закрывайте глаза, чтобы хорошенько видеть внутри себя. И мы отправляемся в путешествие к самому дорогому, к самому любимому человеку, к себе. Когда вы думаете о паре, о союзе, о партнерстве, что при этом происходит внутри вашего тела? Что вы ощущаете? Какие эмоции появляются? Какие приходят на ум фразы, слова, убеждения, верования? Что живет внутри вас? Почувствуйте, что при этом происходит в теле, что вы ощущаете. Понаблюдайте за этими ощущениями, за эмоциями. А теперь я предлагаю понаблюдать за своим дыханием. Почувствуйте, как воздух проходит по дыхательным путям, как на вдохе наполняются легкие и освобождаются на выдохе. Почувствуйте, где рождается это дыхание, каким местом вы его ощущаете. Наблюдаете, одинаковый ли вдох и выдох, или есть какая-то разница? Понаблюдайте за областью головы, расслабьте ее, расслабьте лоб, мышцы глаз, жевательные мышцы, мышцы рта. И продолжайте наблюдать за своим дыханием. Наблюдать, что с ним происходит. И продолжайте расслаблять шею, руки, спину, грудь, живот. Почувствуйте, изменилось ли ваше дыхание, что с ним происходит. И продолжайте расслаблять бедра, голени, стопы. И продолжайте оставаться в контакте со своим дыханием. Почувствуйте внутри себя то самое, что называют стержнем, центром тяжести или средней линией. Почувствуйте, где вы это ощущаете внутри себя. Может быть, в стороне от своего тела, или строго посередине. А теперь почувствуйте, изменилось ли что-нибудь, когда вы обратили внимание на свой центр тяжести, на свою среднюю линию.
Может быть, она начала изменяться? Что-то изменилось в вашем теле? Что вы замечаете? Продолжайте оставаться в контакте со своим дыханием и наблюдать за своей средней линией. И когда вы почувствуете, что она на месте, что вы ее хорошенечко ощущаете, понаблюдайте, как ваша средняя линия продолжается вверх, к небу, к звездам. Почувствуйте свой контакт. Что сейчас изменилось внутри вас? Что происходит с вашим дыханием, с вашими эмоциями? Продолжая оставаться в контакте со своей средней линией, понаблюдайте, как она продолжается вниз, от копчика к ногам, дальше в землю, до самого центра земли. Вы хорошо ощущаете свою связь с землей? Сейчас почувствуйте, что изменилось в вас, что происходит с дыханием, с эмоциями. И сейчас, когда вы в хорошем контакте с самим собой, с самым своим центром, контакте с небесным, когда вы хорошенечко заземлены, почувствуйте, что изменилось в вас, что происходит с дыханием, с эмоциями. А теперь почувствуйте, как по небесному лучу через вашу макушечку входит белый свет. Вы его чувствуете? Понаблюдайте за ним. Почувствуйте, как с каждым вдохом и выдохом белый свет наполняет вас, наполняет голову, шею, грудь, руки. И вам не нужно делать совершенно ничего. Вы просто наблюдаете за этим. Остаетесь в ритме своего дыхания. Вдох и выдох. В своем ритме. И продолжаете наблюдать за белым светом. Почувствуйте, как он наполняет вас, наполняет все части вашего тела, каждый орган, каждую клеточку. И вы это просто ощущаете, наблюдаете. В своем ритме. Почувствуйте, как белый свет наполняет каждую вашу клеточку. И каждая клеточка, наполняясь светом, светит, словно маленькое солнце. Вы видите этот свет? Вы видите эту сияющую клетку?
понаблюдайте за этим. Понаблюдайте, как ваши клеточки зажигаются, словно мириады солнц. И вы весь начинаете светиться, словно одно огромное солнце. Вы чувствуете этот свет? Вы его видите? Что сейчас происходит с вашим дыханием? Что происходит с вашими эмоциями, ощущениями в теле? Наблюдайте за ними. Почувствуйте, как этот свет распространяется дальше. Внутри вас, снаружи вас. И вы продолжаете оставаться этим светом, как солнце. Лучики солнца или ядро солнца, все это остается единым солнцем. И даже кончики лучей – это все равно солнце. И оно есть самое себя. Везде. Почувствуйте свои лучики, свое ядро. Почувствуйте, как ваш свет расходится во все стороны. Почувствуйте, как ваше солнце, ваш свет наполняет все вокруг. Площадку, реку, Кремль, улицы города. Почувствуйте, как ваш свет уходит вниз, вверх, в стороны. И все это происходит одновременно. Просто наблюдаете за этим. Остаетесь в ритме своего дыхания, в своих ощущениях. И вот уже весь город наполняется вашим светом. Вы чувствуете это? Как ваш свет, ваши лучики достают до самого дна реки, попадают в окно каждой квартиры, каждого предприятия. И вы это просто ощущаете. Вы чувствуете, как ваши лучи касаются других людей, машин, зданий. Это забавно? Вы по-прежнему остаетесь на своем месте и ощущаете это. Почувствуйте, как ваш свет распространяется дальше, дальше, за пределы города, за пределы гор, рек, в другие страны, на весь земной шар. Вы чувствуете свою связь с другими звездами? Это забавляет вас? А может быть, пугает? Вы улыбаетесь? Очень хорошо. И вы одновременно здесь и одновременно везде. И вам не надо никуда возвращаться, потому что вы никуда не уходили. И это все вы. Единый, целостный и прекрасный в своем расширенном сознании. Примите это. Почувствуйте, что происходит внутри вас, что происходит с ощущениями в теле.
происходит с дыханием, с эмоциями. И сейчас, когда вы в контакте со своими ощущениями, со своими ресурсами, со своими силами, и когда вы думаете о партнерских отношениях, о союзе, о семье, что сейчас вы ощущаете? Какие сейчас телесные ощущения? Какие эмоции? Что вы сейчас думаете о своих старых верованиях? Они вас удивляют, помогают улыбнуться, или, может быть, что-то еще? Вы готовы отпустить то старое, что вас ограничивало? Вы готовы двигаться вперед? Вы знаете, что за принятием вашего решения последуют изменения? Вы хотите этих изменений? Сейчас, когда вы в контакте со своими силами, в контакте со всеми силами Вселенной, от вашего решения зависит, что будет происходить дальше. Вы готовы двигаться вперед? Итак, теперь, для того, чтобы все происходило само собой, чтобы вы продолжали оставаться в своем свете, вам нужно сделать волшебный жест. Вы его знаете? Сделайте глубокий вдох и открывайте глаза. Здравствуйте, прекрасный и неповторимый Творец!